краткий обзор и дата выхода 22 серии турецкого сериала «Любовь на показ». Айше шокирована неожиданным поступком Керема и его поцелуем. Джентльменское предложение Керема вновь расторгнуто им же самим. Айше начинает выяснять причину, она уверена в своих чувствах, но ждет шаг от Керема, чтобы удостовериться и в нем. А для Керема подошло время вновь открыть черный ящик, отныне он должен смело и открыто ответить на вопросы черного ящика. Сможет ли Керем признаться в любви? Пока непонятно. Посмотреть очередную 22 серию вы сможете уже 14 ноября.